Название картин Николая Мадянова рассказывает о его путешествиях. Это и Якутия, и Полярный Урал, и Крым. Саров также занимает большое место в произведениях художника. И здесь у нас есть пейзажи Камешков, пейзажи реки Сатис, очень солнечные, очень светлые, радостные. Вот именно то состояние души, когда человек воспринимает эту природу с любовью, всем сердцем. Как правило, художники идут на пленэр, создают эскиз и потом в мастерской притворяют его в жизнь. Николай Мадянов сначала фотографирует понравившийся пейзаж, а потом пишет с этой фотографии. Живопись – это все-таки более эмоциональное искусство, чем фотография. И Николай Алексеевич, он таким образом выражает свою душевную силу, свое душевное богатство и свою огромную любовь к своей стране, к природе, которую он видит. Все картины Николая Мадянова написаны маслом на холсте. В своих работах художник использует насыщенные, но не раздражающие цвета. Всегда, когда смотришь на его работы, возникает чувство сопричастности с той природой, которую он изображает. И потом понимаешь, что человек неравнодушный. И вот это чувство неравнодушия он тоже умеет передать. Пейзажи очень позитивные. Выставка работ Николая Мадянова будет работать в Зале искусств библиотеки имени Маяковского до середины февраля. Познакомиться с творениями саровского художника могут все желающие. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.